паркищий гроф. Это клумбы. Середина июля. Цветов много. Это тоже клумба. Это тоже клумбы. Вот это все то, что... Вот эти вот... что там, клены, да? Это все то, что оставлено советской властью. Работящей, кропотливой советской властью. Вот такие аллеи они разбили. Зоны отдыха, вон те столики. И вот такую сцену. Вот мы сейчас подойдем к этой сцене. А дело в том, что в середине июня в город Щигры приезжала, ну, я даже не знаю, как ее назвать, ну, будем говорить, певица Надежда Бабкина. И тогда здесь, конечно, маломальский порядок-то навели, потому что сама Надежда Бабкина будет здесь выступать. Конечно, ее можно было бы показать на другой площади, на центральной, она ведь обустроена за 60 миллионов, все-таки проект был оценен так, но почему-то вот на эту, на советскую площадку, ну, так называемая эстрадная площадка, ну, вот сюда, вот я сейчас буду подниматься, как раз по той лестнице, по которой поднималась, надо полагать, Надежда Бабкина. И, возможно, она держалась вот за эти перила. А потому что другого пути сюда попасть нет. Ну, разве что на вертолете, на самолете, на дельтаплане. А вот сцена тут не очень-то и большая. Но, я думаю, достаточно, чтобы потанцевать, попеть и увидеть тех, кто пришел на нее полюбоваться. Вот там сидели зрители, а вот с этого места, вот где я сейчас стою, Надежда Бабкина говорила какое-то приветственное слово, улыбалась, танцевала и пела. Ну, не часто, конечно, приезжают в этот город такие звезды и такой величины. А вот там цикорьево все цветет. Какая-то композиция из... И там вот эти вот столики, вот они мне, ну, очень нравятся. Вот кто же их придумал? Ну, классные столики. Вообще тут все такое, то, что было создано когда-то, оно такое фундаментальное для промышленного города. Так, наверное, и будет стоять всегда. Потому что делалось для людей и на годах.